Ученые из 12 регионов России сегодня встретились в Новосибирске, чтобы обсудить проблемы межнациональных отношений. Специалисты из Екатеринбурга, Твери, Тольятти, Салехарда и других городов приехали на ежегодную конференцию «Государство, общество и церковь». Ее проводят в областном центре уже четвертый год подряд в Институте управления. Участвуют и представители власти, а также основных религиозных течений страны. Главная тема – единство народа. В течение двух дней эксперты будут читать доклады о многообразии и культурном развитии этнических групп, говорить о зарубежных опыте мирного сосуществования разных конфессий. Российская нация и национальное единство – это, наверное, самая главная тема в нашей государственной стратегии национальной, которая была принята недавно. Мы скорректировали сейчас все свои планы в рамках этой стратегии, и не зря четвертую конференцию мы проводим именно в канун большого праздника 4 ноября. Кроме вопросов научно-практических, также пройдет и учеба специалистов.